В течение 2 недель сотрудники регионального управления Федеральной миграционной службы проверили 127 мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Проверкам были подвергнуты 46 работодателей, использующих труд иностранных работников в сферах строительства, торговли и бытового обслуживания. По итогам акции «Нелегальный мигрант» выявлено 518 нарушений, которые в основном касаются нарушения сроков пребывания иностранцев в России и отсутствия документов для осуществления трудовой деятельности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 870 тысяч рублей. 9 злостных нарушителей миграционного законодательства по решению суда будут выдворены из нашей страны.